Спонсор прогноза погоды – ЗАО «Эвалар». Чтобы высыпаться за короткое время, принимайте формулу сна от «Эвалар», усиленную фитомелатонином. Порой не можете заснуть? Принимайте растительный комплекс «Формула сна», усиленный магнием и витамином В6. С формулой сна легко заснуть и радостно проснуться. Произведено «Эвалар» по международному стандарту GMP. «Эвалар» – гарантия качества. О погоде на 7 февраля сегодня расскажу вам я, Ева Долженко. Завтра в нашем крае будет морозно. Холодно-холодно, но не настолько, чтобы в школу не идти. По утрам почти везде минус 17, минус 20. Не забывайте надеть колготки и подштанники, и варежки, и шарф. Днем солнышко прогреет воздух. Станет теплее примерно на 5 градусов. Снега не будет, разве что утром совсем чуть-чуть. Всем, кто за рулем, будьте внимательны. На дорогах гололед. В Барнауле утром будет минус 17, а днем температура вырастет до минус 11. О погоде у меня все. Покормите птиц зимой. Небогатые их корма. Горсть зерна нужна. Горсть одна и не страшна. Будет им зима. До свидания.